Сумка Робинсон состоит из 51 лекала. Давайте рассмотрим одну какую-нибудь лекалу, возьму для примера. У вас будет выкройки 20 листов. Они все формата А4. И вы сможете, собрав выкройку, склеив эти листы и вырезав, получить лекала сумки. Все лекала у меня размечены, все они подписаны. На лекалах имеется подпись, например, лекала 1. Далее материал, из которого оно изготовлено, это кожа 1. Напоминаю, что данная сумка будет сделана из двух кож разного цвета, ну и разной фактуры. Что это за лекала? Я пишу передний накладной карман. То есть это лекала относится к переднему накладному карману, чтобы потом на сумке проще было найти. Ну и, соответственно, моделька подписана внизу этой сумки. Там, где у меня идет штриховка на припусках, эти края детали будут утоньшены. Для этого я буду использовать машину для утоньшения края кожи Аврора. Есть у меня обзоры этой машины на канале. Но также, конечно, можно все это сделать вручную, но это будет очень довольно-таки занимательный и длительный процесс. Поэтому желательно все-таки использовать брусовочную машину. Смотрите, все у меня штриховки здесь разные. Штриховка с наклонной линией обозначает, что здесь кожа будет утоньшаться на вот эту вот величину, примерно на 0,7, на 0,6. Край детали будет подгибаться, и сюда будет сшиваться молния. Соответственно, я ее обозначил, эту штриховку, это утоньшение вот такой вот линией. По краю детали вы видите, также идет штриховка другого плана, другого типа. Здесь будет производиться утоньшение края детали для того, чтобы легче было шить кожу на швейной машине. Я кожу не двою, так как не вижу в этом особого смысла. Так как эта сумка у меня будет мягкой конструкции, соответственно, смысла двоения я никакого не вижу. Поэтому здесь я буду утоньшать край кожи. Примерно утоньшение будет идти на 1 сантиметр, то есть на 10 миллиметров. Но внимание, вот этот вот край, вот это вот расстояние, оно не 10 миллиметров, оно меньше, так как здесь у меня идет припуск на шов. А почему я буду утоньшать на 1 сантиметр? Потому что сумка выворотной конструкции, и соответственно этот край будет выворачиваться. И чтобы сумку проще вывернуть, чтобы край не торчал и смотрелась красиво она, я утоньшаю на 1 сантиметр. И при загибании тонкой кожи уже не будет так сильно она торчать и топорщиться. То есть не будет выглядеть некрасиво. Соответственно, здесь идет утоньшение на 1 сантиметр. Далее, на детали вы также можете увидеть. Пунктирные линии я обозначил, где будет крепиться клеймо, либо ставится клеймо. У меня на детали отмечены центры. Сделаны надсечки. И там, где идут закругления на углах, также сделаны надсечки. Они необходимы для того, чтобы правильно приложить деталь, склеить ее и сшить.
чтобы она у вас вот так вот криво в процессе пришивания к сумке не становилась. И так обозначены каждые детали. Также у меня имеются некоторые детали, на которых нету штриховки, но отмечен припуск. И данную деталь здесь утоньшать не стоит, не нужно. То есть она остается в той толщине кожи, которая у вас имеется. Это сделано для усиления конструкции сумки. Ну и, соответственно, каждая деталь у меня обозначена и каждая деталь подписана. Также у меня имеются детали подклада. В них, как вы видите, нету никаких штриховок. Их утоньшать не нужно, так как они будут сделаны из ткани. И еще такой момент. Меня часто спрашивают, можно ли сделать эту сумку, либо какую-либо другую сумку вручную. Я говорю, что да, в принципе, можно сделать, но вам необходимо будет делать либо ее без подклада, так как, используя пробойники, вам будет, например, ромбовидные пробойники, либо пробойники с круглым зубом, вам будет невозможно прошить ткань, не повредя ее, то есть вы ее просто порвете. Это один вариант. Второй вариант. Можно сделать подклад из тонкой кожи, ну, например, свиная кожа, либо овчина тонкая. Но тут тоже есть немаловажный момент. То, что, во-первых, кожа должна быть довольно-таки тонкая. И второй момент, то, что кожа может тянуться. И третий способ, с которым вы можете сделать сумку, в том числе даже и с подкладом, это используя, ну, такого типа пробойники. Это пробойник, похож на иглу от швейной машины. Он не режет ткань и пробивает в то же время кожу. Ну, то есть пробойники иглы, так называемые. Это просто пробойники, у которых зубья похожи на иглу. В принципе, с такими пробойниками можно, наверное, даже шить и использовать подкладку, так как вы не повредите ткань и сможете прошить. То есть сначала пробиваете, а затем прошиваете. Но сразу повторюсь, что, конечно же, используя пробойники, сделать сумку эту будет довольно-таки долго. То есть это очень долгий будет процесс, так как здесь очень много швов, очень много моментов, нюансов. Но в то же время, используя всего лишь пару пробойников, вы сможете сделать сумку без использования швейных машинок более 100 тысяч рублей. Это что касается выкроек. Да, кстати, как собрать выкройку из распечатанных листов? У меня есть видео на канале, ссылку также вверху у вас сейчас вылезет, я оставлю. И после того, как вы подготовите лекала, вырежете их, я их вырезаю и приклеиваю на ватман. Вот у меня на ватман, чтобы они были потолще. Тогда проще будет размечать. Я произвожу разметку на коже и раскраиваю кожу. На этом моменте я останавливаться, думаю, нету смысла, там ничего сложного нету, прикладываете лекал, обводите, раскраиваете. Так, сейчас я все это раскрою, и затем уже, после того, как я раскрою детали, их необходимо будет предварительно подготовить. Используя брусовочную машину, или машину для отношения края кожи, кому как больше нравится, я буду снимать край деталей и подготавливать детали для дальнейшей сборки сумки. Перед утоньшением края кожи для изготовления данной сумки необходимо сначала заточить нож на машине для утоньшения края. Далее я выставляю величину, на которой будет производиться утоньшение кожи. Сначала я утоншу кожу на 1 см в тех местах, где у меня будет производиться сборка изделия уже окончательная. Она обозначена у меня вот такими вот зигзагообразными линиями на каждой детали. То есть я беру деталь, достаю лекало, прикладываю, смотрю, что именно эта деталь выкроена из этого лекала, и затем уже смотрю, в каком месте необходимо насколько утончить край кожи. Перед тем, как приступать к утончению края, я сначала все это проделываю на пробном кусочке кожи. Так как у меня два вида кожи и две толщины должны быть по утончению, это у меня будет 1 мм, где будет производиться окончательная сборка изделия, и 0,7 мм, где будет идти подгибка
для того, чтобы шить молнию. Для изготовления данной сумки я буду использовать два вида кожи. Это основной цвет будет флоттер черный толщиной примерно 1.5 мм. И второй цвет это Crazy Horse, кожа, на которой остаются отметины. Толщиной она также примерно 1.5 мм. Но это не важно. Так как я буду использовать машину для спуска края кожи и утончу кожу в таких пределах и в тех местах, где мне необходимо. После того, как вы произвели утончение края кожи, у вас должно получиться вот столько мусора. Это те самые края, которые я утончал. И в итоге вы получите заготовки, детали уже с утонченными, как на выкройке, краями. Перед тем, как записывать мастер-класс, я создал прототип данной сумки для того, чтобы выверить все выкройки, чтобы они были точные, и проработать все технологии, которые будут использоваться в данной сумке. И с учетом всех ошибок, которые были здесь, я буду делать такую же сумку, но в другой коже. И этот образец, прототип, будет использоваться в процессе мастер-класса для того, чтобы вам показать, что конкретно сейчас я делаю. Не только, чтобы вам показывать на пальцах. То есть я вот сейчас делаю, к примеру, верхний ботон или заднюю стенку. Это непонятно, а проще показать именно конкретно на сумке, что я сейчас делаю. И особенностью данной сумки является то, что здесь все срезы, все урезы, они все обработаны. Либо они сделаны на подгибку, вот как, например, молния вшита, кожа подогнута. Либо использовалась краска для уреза, как вот в данной вот рамке для молнии кожаной. Также был обработан урез. И так везде по всей сумке. Если где-то есть открытый урез, либо он подгибается, либо обрабатывается краска для уреза. И начну я изготовление сумки с вот этой вот рамки для прорезного кармана, который будет внутри сумки. Урез ее необходимо будет обработать краской для уреза. И единственным урезом, открытым на данной сумке, будет урез вот этот вот с логотипом. Его я специально делаю открытым для того, чтобы показать, что сумка из натуральной кожи. И прям видно будет, как он тут будет немножко махратиться. Это придаст еще больший шик данному изделию и будет смотреться классно. Итак, сейчас я займусь вот этой вот рамкой. Рамка это лекала 36 в выкройке. Вот я его уже выкроил. Теперь необходимо будет обработать урез. Так как данная кожа, флоттер, довольно мягкая, то урез у нее очень сложно обрабатывать. Поэтому для обработки уреза я буду воспользуюсь грунтом для уреза. Прогрунтую ее на раз, а затем уже буду наносить краску. Это позволит более качественно обработать урез, и краска уже не будет так сильно впитываться в кожу, и урез получится ровнее и красивее. Пока краска на окантовке молнии сохнет, приступим к изготовлению переднего накладного кармана. Вот это вот накладной карман спереди на сумке.
Он полностью с подкладом и имеет два отделения. Это вот спереди открывается, сюда можно что-то положить. И сверху также он открывается. И вот тут также отделение. По сути, передний накладной карман — это маленькая сумка, которая пришита основной сумке. И для его изготовления будут использоваться следующие лекала. Лекала кожаные — это лекала 1, 4, 6, 9 и 10. А также лекала подклада — это лекала 2, 3, 5, 8, 11, 39 и 46. Вот эти, из этих деталей я сейчас буду собирать данный накладной карман на сумке. Но начнем мы сборку сначала с передней стенки накладного кармана. Она состоит из двух половинок, и посередине установлена молния. А, и кроме этого, еще в накладном кармане используется кедр. Это лекала 7. Начнем сборку, наверное, сначала с изготовления кедра. Для этого я беру лекала 7, деталь, вернее, 7. Она у меня уже отбрусована. Кедр у нас будет вот такой вот, светленький, чтобы был контраст на сумке. И чтобы сумка получилась красивая, необходимо, я использую два цвета, и эти цвета должны несколько раз повторяться в сумке. Если просто будет где-то прилеплен кусок одного цвета, другого цвета, то он не будет гармонировать в целом в общей концепции сумки. Поэтому, если вы используете два цвета, то необходимо их сочетать. Ну, в принципе, у меня на выкройке все цвета кожи, то есть кожа 1 и кожа 2, помечены. Итак, вот у меня полосочка, кедр. Я буду использовать вот такую вот жилку. Эта жилка продается, ее можно купить в интернете. Жилка эта пластиковая. В общем, круглый пластиковый шнур, ничего особенного. Он у меня будет вот так вот заворачиваться и проклеиваться. И затем я его буду уже вставлять непосредственно в сумку при сшивании. Он позволит усилить конструкцию сумки, чтобы она лучше держала форму, а не было как висящая тряпка. Я промазываю кедр клеем. Клей, как обычно, латексный. И вклеиваю туда жилку. Таким образом собираю я и делаю кедр. А, толщину я еще не сказал этой самой жилки. Диаметр этой жилки 2,5 мм. Костяной гладилкой я проглаживаю кедр. И вот что получается. Не обращайте внимания на клей. Это все будет не видно. Она все будет под швом. Откладываем пока эту деталь. И переходим к передней стенке накладного кармана. Вот к этой детали. Приступаю к сборке переднего накладного кармана. Сначала я пришиваю накладным швом деталь 6 к детали 1. Это клеймо. И оно также будет являться декоративным элементом сумки. Я прикладываю лекало. Совмещаю. И ставлю точку посередине, чтобы ровно пришить этот элемент. Для пришивания я использую всегда обычно, вернее, двухсторонний скотч. В данном случае это будет скотч 5 мм. Сначала приклеиваю, чтобы детали скреплялись и держались в процессе пришивания, а затем уже буду пришивать. Сам процесс сборки на швейной машине я от и до показывать, наверное, не буду, так как это видео тогда затянется часа на 3. И я думаю, нету смысла смотреть, как швейная машина шьет. Если есть какие-то нюансы, моменты, которые нужно показать, как прошить,
ту или иную деталь, если это нужно сделать, тогда я покажу именно, как это делается на швейной машине. Здесь же все просто. Просто приклеиваю и прошиваю. Пришил я эту детальку. Хочу сразу немного остановиться на припусках. Припуск у меня при накладном шве от края детали 2 мм. Это позволяет красиво пришить деталь. Припуск для молнии на подгибку составляет, как я уже говорил, 7 мм. При подгибке получается сама загибка 5 мм. И вот эти 2 мм уходят вот на это вот так называемый перегиб. Припуск на шов в данной сумке для сборки у меня составляет 5 мм. Но, как я и говорил, необходимо обработать край, утоншить его на 1 сантиметр, потому что сумка будет выворачиваться, и что при вывороте у вас здесь кожа не топорщилась и не торчала. Она тут тоненькая и будет хорошо выворачиваться. Ну, как тоненькая. Примерно здесь я утоншил край до 1 мм. Следующее, что я буду делать с этой деталью, это подгибать ее край для того, чтобы затем вшить молнию. Для того, чтобы подогнуть край, я не буду использовать скотч. Я обычно использую для этих целей латексный клей. Он держит, во-первых, лучше, и, во-вторых, он не остается при прошивании, при вшивании молнии на игле. Игла в нем не вязнет. Это мы с вами подготовили нижнюю часть накладного кармана. Теперь будем подготавливать верхнюю часть. Это деталь номер 4. Ее также необходимо будет подвернуть в том месте, где будет вшиваться молния. Вот я подготовил деталь 4, загнул ее здесь для того, чтобы вшить молнию. И теперь необходимо сюда ровно вклеить молнию. Для вклейки молнии я использую опять же скотч 5 мм, но скотч наношу, отступив от края хотя бы 2 мм, чтоб скотч при пришивании не вылез из подгибки, то есть его не будет видать. Для того, чтобы ровно вклеить молнию, все по-разному используют разные способы и приемы. Кто-то на глаз пытается вклеить, кто-то натягивает ее и тем самым пытается ровно вклеить. Но это все не работает обычно, и все равно молния вклеивается криво и получается волной. Я на некоторых каналах вижу, что показывают, учат, как делать сумки, а у самих молния вот так вот в сумку вклеена и вшита криво. Я считаю, что это неправильно. Сейчас можно воспользоваться специальными шаблонами. У меня есть несколько подобных шаблонов для вклеивания молний. Это шаблон для вклеивания молнии троечка. Он имеет ширину 12 мм примерно. Для молнии пятерка ширина где-то 17 мм. Но это много, поэтому я сделал сам вот такой вот шаблон из обыкновенной простой линейки. Так как сумку я буду делать с использованием вот такого типа молнии, это пластиковая молния витая и собачка, ну, бегунок для такой молнии. Вот он, ширина его меньше, чем ширина собачки для металлической молнии, составляет 10 мм. И вот это вот как раз расстояние, в котором будет шиваться молния на моем шаблоне, как раз составляет эти 10 мм. Бегунок будет ходить, открывать и закрывать молнию хорошо. И в то же время ширина молнии будет небольшая. И это будет красиво выглядеть на сумке. Итак, как ровно вклеить? Очень просто. Я просто вот так вот беру молнию, отмеряю ее по величине детали, в которую она будет вклеиваться.
опаливаю края и прикладываю шаблон. Молния четко, ровно входит в шаблон. Видите, она даже туда не вываливается, она плотно там сидит. Именно так должно быть. И она всегда будет ровно, она уже не сможет там идти волной. Все, что мне остается сделать, это просто приклеить плотно детали, используя эту ограничительную линейку. Вот видите, она встык идет. Детали там уже молния никуда волной не сможет пойти. Все, вклеили. И теперь я убираю шаблон. И молния, как вы видите, вклеена без всякой волны. Абсолютно прямо и ровно. Теперь вклеиваем подклад. Особенностью данной сумки будет то, что бахтарма кожи полностью будет закрыта подкладом либо подгибом кожи и не будет видна. Приклеиваем подклад. Подклад — это лекало номер 2, это нижняя часть подклада кармана. Опять же использую скотч. Без скотча тут никуда. И вот таким вот способом, как прямо размечали, никакую разметку, ничего стирать не нужно. Это все потом сокроется швами и не будет видать. Не тратьте время на то, чтобы стереть разметку. Ровно, вот прям по краю молнии вклеиваю подклад. Все, в принципе, деталь готова для того, чтобы сделать нижнюю строчку по краю молнии, по краю детали номер 1. Пришил по нижнему краю, и подклад теперь отгинается в эту сторону. Но перед тем, как это сделать, необходимо сюда наклеить еще усилитель, так как у меня карман этот будет с усилителем, для того, чтобы он держал форму. Вот он с усилителем. В этом месте он держит форму. Берем усилитель и вклеиваем. Приклеиваем так, чтобы усилитель не попал под шов. И теперь, чтобы подклад вот так вот туда-сюда не болтался и не растрепывался, я проклеиваю снизу скотчем и приклеиваю на скотч подклад. Скотч клеите по самому краю детали, так как отступ на шов у нас 5 мм, и скотч сам также 5 мм у меня шириной, чтобы скотч не попадал под иглу. Это очень важно, чтобы не было пропуска стежков и не засорялась игла. Вот пока что получается. Теперь верхнюю часть. Делаем все то же самое, только без усилителя. Так как часть очень маленькая, сюда усилитель смысла нету клеить. Я прошил, и вот что получилось. Не обращайте внимания, что у вас детали подклада больше, чем детали кожаные. Это сделано специально, чтобы вы могли ровно потом их подрезать. Я считаю, что если останется несколько миллиметров подкладки, их лучше срезать, чем если их не хватит. Зато вы всегда спокойны, что у вас деталь будет плотно прилегать друг к другу. Вот я подрезаю эти остатки. Я эти припуски специально закладываю при разработке выкроек, чтобы их подрезать. Далее. Это получается передняя стенка накладного кармана. Следующее, что я буду делать, ботон. Верхний и нижний ботон и молния, которая должна быть в накладном кармане. Вот переднюю стенку мы сделали. Теперь необходимо сделать вот ботон, верхний и нижний. И в то же время тут у нас еще идет и молния. Не стоит забывать, что тут еще будет проложен кедер, для того, чтобы карман держал форму. Нижний ботон — это лекало 9. И верхний ботон — лекало 10. По длине верхнего ботона и будет отмеряться также молния. Кроме деталей кожи, также потребуются и детали подклада. По сути,
Передний накладной карман – это такая небольшая маленькая сумочка, пришитая к основной сумке, которая не имеет задней стенки, а вместо задней стенки она пришивается. Поэтому потребуется подклад. Для нижнего ботона это деталь 39, и для верхнего ботона это деталь 11. Сначала точно таким же образом, как я до этого делал, я вклеиваю молнию. Прошил молнию по одному краю, вот что получается. Теперь также необходимо будет отогнуть подклад сюда и прикрепить его на скотч. Верхний ботон готов, переднего кармана. Далее, теперь необходимо соединить верхний ботон с нижним ботоном и пришить туда, вшить подклад. Вставляем, перед тем как соединять с нижним ботоном, верхний ботон, вставляем бегунок. С другой стороны молнии я вот таким вот образом ее соединяю вручную. И получается, как будто она закрытая. Это сделано для того, чтобы было удобно вшить сюда нижний ботон. Наносим скотч. Скотч надо наносить примерно на 4 мм. Очень удобно, если у вас имеется скотч не 5 мм, а 4 мм шириной, чтобы он не вылазил потом из-под шва. Верхний и нижний ботон соединяем лицевыми частями. Вот таким образом. Приклеиваем подклад. Подклад клеим там, где у нас идет разметка, чтобы она была сверху. При пришивании не дошиваем примерно на 5 мм до края, так как здесь будет идти подгибка, и чтобы не было лишней толщины, мы этот кусочек потом я обрежу и буду подворачивать в этом месте. И вот чтобы не допустить лишнюю толщину кожи, необходимо здесь закончить шов и поставить закрепку. Вот примерно как это получается. И здесь необходимо сделать надрезку, чтобы потом при подгибке здесь не было лишней толщины. Вот она так подогнется. Вот. Это уберется штучка. И можно будет прошить. То же самое делаем с другой стороны. Теперь необходимо нанести клей, то есть скотч, на нижний ботон по краю. И вывернув туда подклад, приклеить его к нижнему ботону. Перед приклеиванием подклада на нижний ботон необходимо его отогнуть вот таким образом и здесь сделать строчку. А уж затем загибать сюда подклад, который закроет изнаночную сторону строчки. И на подкладе строчку уже видать не будет. Вот такой получается ботон. Теперь подготавливаем переднюю стенку накладного кармана к дальнейшей сборке. Приклеиваю я сюда подклад. Вот так. И буду вклеивать кедр с накладкой в то место, где он будет соединяться. Излишки подрезаю и буду вклеивать сюда кедр. Наношу скотч. С середины сначала приклеиваю соединительную часть. Середины по краю вклеиваю кедр. Дошел до угла. Здесь необходимо его повернуть,
Чтобы это сделать, у меня есть вот такое приспособление, кусачки, которые позволят мне развернуть кедр, повернуть так, как мне нужно, сделав надкусы. Вот такой инструмент. Купить можно его на AliExpress. Я ссылку внизу под видео оставлю, кому надо, можете приобрести. И этим же инструментом можно надсекать уголки. Окончательная сборка сумки идет. В углах, там где идет закругление, также делать можно надсечки, чтобы легче потом выворачивались углы. Инструмент хороший. Этим же инструментом я работаю, делая выкройки. Не надо ножиком прорезать, просто надсек и все. Кедр тоже дан с запасом, с небольшим, чтобы у вас точно все хватило. Я специально делаю эти запасы, то есть эти вот припуски. Пускай лучше пару миллиметров, ой, сантиметров останется, чем его не хватит на 1 сантиметр. И вы полностью выкинете эту деталь. Так, дошли до конца. Отрезаем. И еще раз отрезаем. Вот. Так, ровно выравниваем. Все, вклеил. И теперь вот этот стык я сейчас закрою вот этой вот кожаной накладочкой. И будет смотреться просто супер. Скотч ее. Также. И потом, когда я прошью, я ее также вот, остаток остался, я ее подрежу. Потому что я не знаю, какой толщины будет у вас кедр, который вы будете использовать, жилка сама. Если она будет толще, то ее может не хватить. И опять же, также небольшой есть запасик. То есть все продумано досконально. Теперь я просто на обычной машинке прошиваю кедр по краю. Тем самым закрепляю как подклад, так и сам кедр. Так, вот что получается. Теперь передний карман имеет подклад полностью. Сверху и снизу. И прошит кедр. Теперь я беру ботон и будем его вшивать в этот переднюю стенку, к ботону пришивать будем. На лекалах у меня отмечены середины. Вот так вот сейчас наклею скотч и вклею сюда ботон. При вклеивании ботона или при соединении любых деталей я использую канцелярские зажимы, обычно самые маленькие. Ну, обычно вот такие вот небольшие. Они позволяют предварительно соединить детали, чтобы скотч он все-таки не так хорошо держит, как нитки. Наношу скотч и вклеиваю ботон. Вот я вклеил ботон. И теперь буду его прошивать. Прошивать я буду его на рукавной машине. Сшивать эти две детали. После пришивания передней стенки к ботону вот что получается. Теперь необходимо окантовать этот урез, чтобы его не было видно. Для окантовки я обычно использую тот же самый материал, который я использую на подклад. Мне не нравится окантовывать. Окантовка для ткани продается такая в магазине, потому что она какая-то сетка, она просвечивает и смотрится, мне кажется, как-то очень отвратно. Поэтому я лучше окантую той же самой тканью, из которой сделан подклад, и тогда окантовку, она сливается абсолютно полностью с подкладом, ее в принципе не видно. То есть открываешь сумки, вроде как она есть окантовка, но в то же время ее нет. Вот, открывая сумку, тут есть окантовка.
Но ее не видать, она сливается с подкладом, видите? Она такого же самого цвета, как подклад, и смотрится великолепно. Ее не видно, и не видно самого уреза. Поэтому я обычно использую ту же самую, тот же самый материал. Просто его складываю в два раза. Это получается и дешевле, и не надо покупать отдельно окантовочную ленту. И красивее смотрится в готовом изделии. И в то же время это надежно. Это двойная окантовка, то есть она вдвойне. И прошоркать ее очень сложно. Я сейчас хожу с сумкой, которая уже более 3 лет, которая сделана именно таким же образом, использован тот же самый материал. И окантовка ни в одном месте, да и подклад ни в одном месте до сих пор не прорвался. Я хожу с сумкой с этой каждый день. То есть у меня постоянно там что-то в ней лежит, и ничего там не протерлось, не прорвалось. Для этих целей, для окантовки переднего накладного кармана передней стенки, есть лекало номер 8. Оно также дано с небольшим запасом. Вот в итоге что должно получиться. Полностью окантована передняя стенка. И можно вывернуть и проверить, что получилось у нас. Получился вот такой интересный, красивый карман. И теперь этот карман необходимо будет пришить на саму сумку, на переднюю стенку сумки. Чтобы пришить накладной карман к передней стенке сумки, необходимо его будет подвернуть. Для этого я не использую скотч. Я нанес клей латексный примерно на 1 сантиметр. И этот клей он держит лучше, чем скотч, и будет проще пришить накладной карман к передней стенке сумки. И вот так вот подворачиваю просто на 5 миллиметров. Тем самым подклад подворачивается вместе с кожей, и прошиваться она будет примерно на 2 мм от края, и захватится как кожа, так и захватится подклад. К тому же кожа еще и приклеена, а подклад отсюда уже потом не вылезет, он будет надежно держаться в накладном переднем кармане, в ботоне. И так вот полностью подворачиваю. Здесь, чтобы легче было подвернуть, помните, мы делали вырез. Также будет подворачиваться. Перед тем, как приступить к пристрачиванию переднего кармана накладного к передней стенке сумки, необходимо произвести разметку, где этот самый карман должен на ней находиться. Так как если не будет у вас разметки, то вы ничего этого ровно не пристрочите. То есть у вас будет он криво. Где должен находиться этот карман? И обязательно делаю центры. Тут у меня также есть центры. Вот. Я отметил. Эта ручка с флоттера прекрасно стирается, поэтому я даже не запариваюсь, что он тут останется. Ее будет видно. Ее потом просто чуть-чуть влажной тряпкой можно будет стереть, и никакого следа от нее не будет. И теперь по краю я наношу скотч. Скотч будет предварительно служить скрепляющим материалом, но при этом скотч наносить нужно так, чтобы он не вылазил за край кожи, иначе потом он будет некрасиво торчать у вас прямо в сумке. Сначала я приклеиваю карман к передней стенке по верху, там, где у меня идет прямая линия. Вот здесь карман не сгибается. Я его приклеил на скотч ровно. И теперь здесь прострочу. Затем то же самое сделаю с нижней части сумки. Потом то же самое делаю с боковыми частями сумки. И в конце уже обстрачиваю углы. Вот промежуточный этап пришивания передней стенки сумки. Я ее прострочил по прямой линии здесь, здесь, здесь и здесь. Со всех сторон по прямой линии. В итоге на обратной стороне вот что получается. Осталось теперь только соединить углы. Это сделать проще, когда уже прямые линии сострочены. И обязательно вытаскивайте все нитки на обратную сторону, чтобы здесь ничего не оставалось, и завязывайте узелки. Также можно потом сюда капнуть по капле клея, чтобы эти узелки не развязались и нитки у вас не вылезли. Все, теперь просто уголки здесь прострачиваю ровно. И получается карман пришит к передней стенке сумки.
После сборки центральной части передней стенки сумки, на которую прикрепляется передний накладной карман, приступаю к сборке левой и правой части передней стенки. Передняя стенка здесь составная. Она разделена такими вот кусочками. И, как вы видите, правая и левая часть, они в принципе одинаковы. Они, можно сказать, отзеркалены. Поэтому я соберу одну из частей. Например, это будет правая часть, вот эта вот часть сумки. И точно так же будет собираться левая часть. Для сборки правой части передней стенки потребуются детали 20-21. Это детали из кожи номер 2. А также детали подклада 18 и 19. Сюда будет вшиваться молния. Поэтому, чтобы ее сюда вшить, необходимо подогнуть края деталей, как я делал это ранее. Вот здесь будет идти подгибка и здесь. Далее вклеить молнию и вклеить подклад. Сам процесс сборки аналогичен, который я показывал при сборке переднего накладного кармана, когда я вставлял туда молнию. Он также был разделен на две части. Поэтому останавливаться на этом я не буду. Покажу лишь некоторые моменты. Принцип тот же самый. Так, вот что получается, когда я вшил молнию. Здесь все можно костяной палочкой прогладить, чтобы она ровно сгибалась. И то же самое повторяем с левой стороной. Используя детали 14, 15, 16 и 17, делаем аналогично левую часть передней стенки. После того, как обе эти части будут готовы, необходимо подклад вот этот приклеить коже на двухсторонний скотч. Подрезаю все излишки, которые здесь выступили, они нам не нужны. Далее вставляем бегунок в молнию. Молния должна закрываться вот в эту сторону. То есть бегунки в закрытом состоянии с молнией должны находиться вот здесь, в этих местах. Беру центральную часть сумки. Здесь она будет пришиваться на боковые части в накладку, при этом будет идти загибка. Вот так вот она будет подгибаться. И заходя сюда на 7 мм, на боковую часть, она будет пришиваться. С одной и со второй стороны точно так же. Поэтому я здесь промазываю клеем, делаю подгибку. И пока просто приклеиваю центральную часть к боковым частям передней стенки. И приклеиваю таким образом, чтобы закрыть этот двухсторонний скотч. Примерно, чтобы было 7 мм приклеили. Но пока не прострачиваю. Почему? Потому что с другой стороны, вот здесь передней стенки, должен идти подклад. Чтобы закрыть вот эти все вот наши нитки, обрезки. Это лекало 38, деталь 38, подклад. Соответственно, сейчас я наношу скотч двухсторонний и приклеиваю вот этот вот подклад сверху. А потом уже, когда он будет приклеен, я прострачиваю вот здесь. И, соответственно, я закреплю подклад. И здесь у меня получится как бы кармашки. То есть сюда уже вовнутрь пройти, попасть уже будет нельзя, так как здесь будет шов. И вот такой небольшой будет кармашек с правой и с левой стороны сумки. Вот такая красота получается в итоге. Две строчки я сделал. Здесь у меня идет контрастная нитка, как я вам и говорил, а здесь черная. И в принципе ее практически не видно будет внутри сумки. Теперь я подрезаю в тех местах, где у меня вылез подклад, чтобы он не торчал. И передняя стенка сумки будет готова. Так, теперь приступаем к изготовлению задней стенки сумки. Задняя стенка сумки состоит из четырех деталей кожаных.
центральная деталь разделена пополам. Это здесь сделано как декоративный элемент, а также для лучшего раскроя кожи. Правая и левая половинки задней стенки одинаковые. И вверху вставлена молния. Задняя стенка сумки состоит из деталей 27, 28, 29, 30, а также 36. Это накладная рамка для молнии во внутреннем кармане сумки. Кроме этого, также используются детали подклада 31, 32, 33, 34 и 37. При этом деталь 34 выполнена из усилителя. То есть это не подкладка, не подкладочная ткань, а усилитель. Это спанбонд на клеевой основе для того, чтобы задняя стенка, подклад задней стенки, вот в этом месте, был пожестче. Вот. Он жесткий тут. И это придаст еще большей прочности этому карману. То есть уже не прорвется он в этом месте. Кроме того, необходимо будет для задней стенки две молнии, которые будут устанавливаться снаружи задней стенки и внутри на подкладе. Молния на рамке. Сборку задней стенки начинаем со сборки центральной ее части. Это деталь 29 и 30. Деталь 29 необходимо подвернуть сверху и снизу, и она будет приклеиваться на деталь 30 сверху и прошиваться. Вот что получилось. Теперь я наношу скотч двусторонний по краю и приклеиваю подклад. Излишки подклада подрезаю. Это средняя часть задней стенки. Теперь необходимо к этой средней части сделать также правую и левую часть. Это лекала 27 и 28. Их необходимо в этих местах подогнуть и пришить на среднюю часть задней стенки. Так, приклеиваем правую и левую часть задней стенки к центральной части с накладкой на 7 мм на двухсторонний скотч. Да, еще такой немаловажный момент. Перед тем, как приклеивать, я сейчас чуть не забыл, обязательно нужно поставить бегунок на молнию. Иначе потом, когда вы прошьете, это будет сделать невозможно. Придется распарывать и заново ставить. Вот что получается. Но сразу бежать прошивать не нужно в этих местах. Сначала необходимо наклеить еще подклад, чтобы карман, чтобы образовать мешковину кармана, то есть внутреннюю часть кармана. Если сейчас вы просто прошьете, то у вас как такового кармана здесь не получится. То есть он получится большой на всю ширину задней стенки. А это не нужно. Необходимо, чтобы он был вот примерно вот такой. Соответственно, используя деталь 32 подклада, приклеиваем ее на заднюю стенку. И после того, как приклеили, только потом вот здесь делаем строчку. В этом и в этом месте. Чтобы зафиксировать кожу, то есть соединить вот эти детали кожу и в то же время сформировать карман. Прошила заднюю стенку. Вот что получилось. Соединил здесь и здесь. И с другой стороны. Не смотрите, что здесь у меня бежевая нитка идет. Это ничего страшного, потому как она будет закрыта сверху еще подкладом. И видно ее внутри сумки не будет. Теперь приступаю к изготовлению внутренней части сумки, подклада. Это будет у нас внутренняя часть задней стенки. Сначала я беру деталь 33 и приклеиваю деталь 34, усилитель подклада, а затем уже буду вклеивать и вшивать молнию. Как ровно вклеить усилитель? Так как он на клеевой основе, вот видите, он на клеевой основе, это клеевой спанбонд,
Он позволит усилить заднюю, усилить подклад, там где будет карман. Чтобы его ровно вклеить, его необходимо ровно разместить, кусочек вот так вот оторвать бумаги. И размещаем ровно, как он должен быть приклеен. Приклеиваем в этом месте, где оторвали. И все, дальше он уже будет приклеиваться автоматически сам ровно. Вот, я просто его так вот беру и тяну. И все, он ровно приклеился. Ничего сложного в этом нет. Клеевой уплотнитель держится очень хорошо, клей у него довольно-таки мощный. И в то же время задняя стенка уже будет иметь какую-то жесткость. Не просто это будет обычная тряпка. Далее, вклеиваем рамку. Я торец рамки обработал краской для уреза. И сейчас ее буду сюда вклеивать. Для этого я буду использовать скотч семерку, так как здесь ширина довольно большая, и чтобы два раза пятерка тут не проклеивать, не налеплять кучу скотча, просто проклею семеркой. Я беру резак и делаю надрезы. Вот сейчас я покажу примерно как. Надрезы будут вот таким образом сделаны. И по краю, даже не по краю, а отступив примерно 5 миллиметров от надреза, и подворачиваю вот таким вот образом. Надрез, чтобы край подклада не выступал за кожаную рамку. Вот примерно так. Далее клеиваю молнию, предварительно установив в нее бегунок. Здесь придется вклеивать без шаблона. Вклеил я молнию. И перед тем, как вклеивать сюда мешковину кармана, молнию необходимо прострочить по периметру. Вот по этому краю, по наружнему. А затем уже сюда вклеивать мешковину кармана. Рамка на молнии, вернее, вшита. Теперь я вклеиваю мешковину кармана. Так. И прострачиваю сначала вот здесь, затем подворачиваю карман, приклею его с другой стороны и прострачиваю вокруг. Вот что должно получиться. Теперь мы берем готовую заднюю стенку подклада сумки и саму заднюю стенку. И просто соединяем их вместе, используя двухсторонний скотч. По периметру просто проклеиваю я. Вот так это получается. Всю эту деталь можно пока отложить. Приступаю к изготовлению верхнего боттона. Он разделен на две части и посередине находится молния. Полностью все на подкладе, как вы видите. Нигде кожа не торчит. Кроме того, боттон имеет еще проставку кедер для усиления конструкции. В этой модели сумки я его делал вот до конца, то есть до ручек, до ремня, вернее, вот до этого места. Но я посчитал, что это смысл вот в этом продолжении нету, поэтому кедер я буду делать, и у вас также он в лекалах будет, вот до этого места, до соединения боттона и задней стенки. Верхний боттон состоит из лекал 22, 23, 24, 25, 26 и 35. Это усилитель, который будет использоваться для того, чтобы боттон держал форму. Кроме того, потребуется также молния и бегунок. Сборку начинаю с деталей 25 и 24.
Их необходимо будет подогнуть в том месте, где будет вшиваться молния. А вшиваться она у нас будет вот здесь. Соответственно, вот эти вот стороны необходимо подвернуть кожу. И теперь подрезаю вот здесь вот, немного вылезли кусочки, я их срезаю и буду вклеивать молнию, используя опять же этот же самый шаблон. Ну, в принципе, все то же самое повторяется. То, что я делал до этого с передним карманом накладным. Вот что получилось. Теперь сюда я приклеиваю усилитель Боттона. Такая вот маленькая полосочка. Хоть она и маленькая, но все равно она придаст мне необходимую прочность. И он уже будет не прогинаться, а держать форму. Сейчас я проклеиваю по периметру. Туда, где должен прикрепляться подклад. И оставляю так, как есть. Верхний Боттон, в принципе, почти готов. Осталось сюда поставить бегунок. Здесь я скрепляю также молнию вручную. Просто надавив ее, она прекрасно вот соединяется. И по краю Боттона я сейчас буду вклеивать кедр и вшивать его сюда. Это делается точно таким же образом, как я делал в переднем накладном кармане. Здесь закругление не слишком резкое, поэтому надсечки делаю немного пореже. Начать лучше чуть подальше. Потом проще лучше подрезать, чем его, вернее, кедр, когда будете клеить чуть подальше. Начинайте на 5 мм, тем более у вас он есть с запасом. Лучше его потом подрезать, чем его не хватит. Ну, вот так вот я сделал, чуть побольше. Потом я его подрежу. Так, вот что должно получиться. Примерно 3-4 миллиметра от края идет шов. Его потом не будет видно, он закроется сверху окантовкой. И вот так пришит кедр. Все, верхний Боттон готов. Приступая к сборке нижнего Боттона. Вот он, нижний Боттон в данной сумке. Он также прекрасно держит форму. И к тому же усиление нижнего Боттона позволяет предотвратить растяжение кожи. Дополнительный усилитель играет здесь двойную роль. Нижний Боттон состоит из деталей 47, 48 и 49. Это кожа, подклад и усилитель. Нижний Боттон простой в сборке. Необходимо просто приклеить усилитель на кожу и сверху на двухсторонний скотч по периметру приклеить подклад. И он будет собран. Приступая к сборке ремня. Ремень поясной состоит из двух половинок. Вот такая вот короткая половинка ремня и длинная половинка ремня с регулировочной рамкой. Ремень закрывается на фастекс. Ремень подвернут и прошит. При этом среза не видать. Срезы идут в стык и их не видно. Для изготовления ремня потребуются детали 50 и 51. Кожа на них у меня утончена до 1 мм толщиной. И теперь я буду их промажу их полностью клеем латексным. И найду середину, размечу и буду подворачивать. Я сделаю две строчки на швейной машине, чтобы закрепить эти подвернутые половины. Все готово для того, чтобы начинать собирать сумку. Ремни, передняя стенка сумки, задняя стенка сумки и два Боттона, верхний и нижний. Кроме этого, потребуется также окантовка. Как я и говорил, окантовку я делаю из того же подкладочного материала, что и подкладку. Для окантовки вместо сшивания выкройки у меня предусмотрены детали
деталь 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Если же вы будете делать окантовку окантовочной лентой, то вам эти детали в принципе не понадобятся. Сборку начинать сумки будем сначала с соединения ботона верхнего, затем нижнего, их окантовки и затем уже соединение задней стенки и при этом вшивание в сумку ремня и затем уже ее окантовки. Для сборки я обычно использую двухсторонний скотч, то есть это самая основная такая трудная деталь, толстая, которую в первую очередь необходимо пришить. Нижний ботон не имеет кедера, я специально так сделал, чтобы низ был свободный. То есть там может быть наложено всякого разного много вещей в сумку. И вот чтобы она принимала ту форму, которую ей необходимо. И чтобы она свисала так, как мешком. Не просто как сундук висела на поясе, а свисала мешком именно с нижней части. А вверху я хочу, чтобы она держала форму, чтобы было удобно открывать молнию и ложить туда какие-либо вещи. Да, самое главное, не забудьте отметить середину деталей, потому что сборка всегда должна идти по центру, то есть центры должны быть отмечены. Если вы соберете немного неровно, например, вот так вот сошьете, то у вас в итоге сумка получится кривая, поэтому обязательно нужно отмечать центры. Соединяем именно лицевыми частями, поэтому желательно метки перенести на подклад, чтобы было видно, где у нас тут чего. Сборку производитель нитками, которые соответствуют цвету подклада, чтобы их не было видно. Потому что если они будут уступать, то будет смотреться некрасиво, то есть если у них будет контрастный какой-то цвет. Сборку нужно будет производить на рукавной машине, потому что здесь идет закругление. И на прямострочке вы ее уже не соберете. Либо собирать вручную. Вручную вы можете, в принципе, собрать любую сумку. Но это будет дольше по времени. Но если вы особо никуда не торопитесь, и у вас эта сумка не 120-я уже по счету, то почему бы и нет, можно собрать и вручную. Работая шилом, например, спокойно можно, работая шилом, либо работая пробойниками, как-то удобно положив данную деталь, пробить ее и потом уже собрать. Собрал я ее лицевыми сторонами. Теперь необходимо ее будет прошить, эту деталь. Я перехожу на рукавную машину. Вот так я подвернул окантовку и прошил с одной стороны, там, где не подвернуто. Далее я ее буду отгибать в обратную сторону сюда, на сумку. И еще раз прошивать. Лишнее я подрезаю, вот этот кусочек, чтобы он тут не мешался. Подрезайте не под самый край, а оставив примерно сантиметр, потому что сверху будет накладываться еще одна окантовка, которая будет идти вот по этому краю. Сейчас я подверну вот так вот и еще раз прошью, и у меня будет ровная красивая окантовка, как вот здесь. То есть даже не видно, что она окантована, как будто она цельная, единая получается. Все ровненько окантовано. Следующее, что я буду делать, я буду сюда вклеивать заднюю стенку и также ремень поясной для носки данной сумки. Наношу скотч по периметру задней стенки и приклеиваю к вот этому комплекту деталей. При сборке необходимо вывернуть вот этот кедер вовнутрь сумки, чтобы он, обрезок этот, не торчал снаружи на лицевой части сумки.
Лучше его потом закрыть подкладом, окантовкой, чтобы не было видно. И потом, если он будет торчать, я его немножко здесь подрежу. То же самое с другой стороны. Как вы видите, все точно собралось, никаких складок, ничего нету. Все ровно. И самое главное, не забыть вставить ремень. Иначе потом вам придется разбирать, опять же, всю сумку. У Fastex'а есть две части. Та, которая вставляется, и та, которую вставляют. На короткой части ремня используется вот эта вот часть. Ее необходимо продеть в ремень. Ремень я здесь сейчас склею и предварительно на раз прошью, примерно отступив 3 мм, чтобы потом было легче пришивать его к сумке, чтобы он вот так вот не ходил у вас в процессе пришивания. Вставляться он будет слева, если взять сумку, поставить ее таким образом, чтобы замочек был вверху, то он будет вставляться слева, а большой ремень длинный, который будет вставляться наоборот, справа. Но при этом необходимо его вставить при пришивании таким образом, чтобы вот здесь, где разрезанная часть, она была на изнаночной стороне сумки. То есть там, где у вас кожа номер один. В моем случае она черная. И вот таким вот образом я его должен сюда буду вшить. Итак, показываю, как вставить, клеить ремень. Разъединяем это место. Так. И сюда вставляем ремень. Выравниваем его, чтобы он был тут ровно. Центром будет являться центр молнии. И вклеиваем. Бутерброд, конечно, тут получается очень толстый. Смотрите, какая толщина. Примерно, ну, миллиметров, наверное, 8 или 10. То есть это чуть ли не максимум, который может взять машина. И скрепляя его, можно использовать побольше зажим, чтобы ремень никуда не убежал. И теперь то же самое делаю с длинной частью ремня. Так, вот что получилось. Как вы видите, кедр прошит здесь, вовнутрь. Наружу он торчать не будет, он будет заходить вовнутрь сумки. Сейчас я его сверху еще окантовкой закрою, его вообще видно не будет. Все, осталось только окантовать. Окантовывать нужно точно таким же образом. Перед окантовкой необходимо подрезать вот эти вот углы, чтобы они были скругленные. Иначе потом вывернуть сумку будет очень-очень сложно. И очень некрасиво будет она выворачиваться. Подрезать нужно так, чтобы не подрезать только сам шов. И здесь также. Все, теперь провожу окантовку. Окантовка сумки закончена. Полностью закрыты все срезы кожи. И вот такая вот красивая проведена окантовка. Ничего нигде не торчит, никаких ниток. Все ровненько. Все, теперь можно уже выворачивать сумку и продолжать работу с ней. Это ставить регулировочную рамку и ставить ответную часть Fastex'а. Выворачивать нужно аккуратно. Сначала одну сторону выворачиваем, потом вторую. Вывернул я сумку. Вот что получается у меня. В итоге все ровненько сшилось. Все замки работают. Тут красивый подклад внутри. Довольно-таки объемное отделение. Проверяем, что все работало. И следующее, что нужно будет сделать, это установить регулировочную рамку.
ответную часть фастекса. Так, сначала продеваем ремень в регулировочную рамку, потом в центральную часть регулировочной рамки. Вот она уже как выглядит. Продеваем ее подальше. Далее вставляем ремень Fastex. Вот таким вот образом. То есть получается рамка, потом Fastex. Далее нужно продеть ремень опять снова в рамку. И вот сюда вот центральную часть. Можно было, конечно, вставить Fastex и регулировочную рамку до сборки сумки. Тогда, возможно, было бы проще. Но, в принципе, и так ничего сложного нет. Вот. Я продел. Смотрите, что у меня получается. Ну и все. Теперь здесь ставлю я два хольнитена. Ремень и регулировочная рамка с фастексом на ремне будет закреплена. Все, зафиксировал я этот конец ремня. Регулировочная рамка стоит. Регулировочная рамка работает. Можно сделать больше или уменьшить длину ремня в зависимости от окружности той части тела, на которой будет находиться данная сумка, чтобы она не спадала. Ну и, соответственно, Fastex закрывается так вот на защелку. И, в принципе, все, сумка готова. Сумка эта довольно неплохо держит форму за счет того, что здесь использованы усилители, промежуточные детали. Смотрится очень классно. Сумка выделяется, бросается в глаза. Контрастная строчка из бежевой нитки. Контрастная кожа Crazy Horse в сочетании с флоттером черного цвета. Смотрится вообще очень хорошо и красиво. Приветствую вас на канале Кошмастер. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс по изготовлению сумки Robinson. Вот такая интересная получилась моделька сумки. Это поясная сумка. Она изготовлена полностью из кожи. И самое что интересно, она изготовлена по технологии, при которой нигде нету открытых урезов. Нигде не видно бахтармы. То есть все края подогнуты, либо обработаны краской для уреза. И в итоге получилась вот такая вот замечательная, красивая сумка. И да, я решил записывать видео с бла-бла-бла в конце видеоролика. Потому что если я пишу в начале, то половина людей просто проходит мимо, когда включает и видит меня, а не то, как я делаю сумку. Поэтому вы, если вам интересно новости моего канала и просто послушать бла-бла-бла по теме и не совсем, то в конце видеоролика я вот буду такой маленький отрезочек вставлять, и вы можете посмотреть и узнать чего-нибудь новенькое. А, кстати, что я уже начал бла-бла-бла, это выкройка-то внизу, вы качайте пока, в принципе, она еще доступна, бесплатная. Выкройка очень сложная довольно-таки, но мастер-класс, я надеюсь, получился подробный, и вы сможете сделать такое же изделие. Тут мне под видео пишут, что люди не успевают скачивать выкройку за 3 часа после выхода видеоролика. Но я подумал, ну если не успевают, наверное, надо помочь людям, поэтому решил, выкройка данной сумки будет доступна для бесплатного скачивания, то есть ссылка будет внизу под видеороликом, до выхода следующего видеоролика. Как вам такая идея? Я думаю, если кто хотел скачать, уж точно успеет скачать. К тому же видеоролики у меня выходят не каждый день на канале. Сами понимаете, чтобы сделать качественную, красивую вещь, необходимо время, необходимо разработать выкройку, шить образец, потом по этому образцу доработать выкройку, шить готовое изделие и все это заснять, смонтировать, и после этого только вы его увидите. Внизу под видеороликом ссылка на выкройку, скачивайте, делайте, творите. Мне не жалко, я раздаю свои выкройки бесплатно, я снимаю мастер-классы бесплатно для вас. Делюсь с вами своими навыками, идеями, наработками. И надеюсь, в
вы поставите мне за это хотя бы класс. Мне будет очень приятно, и видео наберет больше просмотров, и тогда следующая выкройка также будет доступна бесплатно, и посмотрим, с какое время она будет доступна. Думаю, может, и навсегда оставим. Так, что тут у меня следующее по бумажке? Я написал специально себе бумажку, потому что если я буду без бумажки, вы еще на полчаса тут зависнете. Так. А, расход материалов. Я в видео не стал как бы показывать, сколько, какой кожи там я использую, чего, как. Я решил сделать следующим образом. Если вы будете делать данную сумку, то вам необходимо будет знать, сколько примерно необходимо вам кожи, купить молнии, сколько нужно бегунков, ну и прочие фурнитуры, то есть для изготовления данной сумки. И чтобы это вот не затягивать видео всеми этими перечислениями, показами этой фурнитуры, которая постоянно повторяется из сумки в сумку, я решил, что я буду просто писать расход и внизу под видео его напишу, ну, опубликую просто текстом. Если вам нужен этот расход материалов, то вот внизу под видео он написан, и вы можете так примерно сориентироваться, сколько вам потребуется кожи и фурнитуры для изготовления данного изделия. Далее. А, почему так долго? Ну да, больше месяца прошло. После того, после выхода предыдущего видеоролика, там было у меня портмоне, Портленд, вот. Так вот, во-первых, эта сумка была довольно-таки сложная по конструкции. Там 51, кажется, лекал, или 52, я уже не помню. В общем, там больше 50 лекал только для изготовления этой сумки. Каждое нужно было разработать, каждое нужно было проверить, сшить опытный образец, все это дело заснять, смонтировать. И к тому же, вот перерывок между вот этим всем делом, я еще успеваю делать заказы. То есть у меня не просто как бы теоретическое, это какую-то вам теорию тут даю и показываю, как там сшить сумку. А сам ни одной сумки, в принципе, не сшил. Нет, я же еще делаю заказы. У меня реально работающая мастерская, которая продает изделия по всему миру. Вот недавно работа ушла в США, насколько я помню. Ну да, в Америку. То есть вы можете купить еще у меня изделие, либо заказать какое-либо изделие на заказ. Ссылка, кстати, на мой магазин есть внизу под видео. Также вы, в принципе, можете купить изделие, написав мне ВКонтакте. У меня есть группа ВКонтакте, где также представлены мои изделия для продажи. Там есть изделия как в наличии, так и на заказ. И, в общем, в промежутке между изготовлением изделий на заказ и изготовлением просто изделия для ассортимента магазина мне удавалось каким-то образом еще и записать этот видеоролик и разработать новую модель сумки. Поэтому так долго. По поводу следующего видеоролика. Я тут уже думаю, что бы мне такое бы изготовить, чего еще нет на каналах-то. И я решил что-нибудь не сильно сложное, но в то же время, чтобы это было интересно и не встречалось нигде. Так вот, я решил, что я, наверное, сделаю следующий видеоролик по изготовлению кожаного кошелька, но не такого, как обычно все делают. Я буду делать кошелек так же, как я делал вот эту вот сумку. То есть все урезы в загибку, все будет скрыто либо подкладом, либо загибкой кожи. И вот как раз такие самые вот кошельки и портмоне вы можете видеть на полках магазинов китайские, да, вот вы скажете. Ну да, но только единственное есть отличие. Китайцы шьют их, используя клеенку, ну, которая обычно через полгода начинает лопаться, и вы покупаете новый кошелек. И не особо качественно, не особо заморачиваясь с технологией, с точностью выкроек, с каким-то... В общем, им не важно, чтобы оно служило долго. Им важно, чтобы оно было дешевое, и чтобы оно выглядело более-менее красиво, чтобы его купили, в принципе. Я же буду делать совершенно иначе изделие. Оно будет походить на то, что есть в магазине, но оно будет из натуральной кожи. А это значит, что оно будет качественное, оно будет надежное и долговечное. И, кстати, да, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, а он, кстати, так, где он, наверное, вот тут должен быть, или вот тут. Короче, где-то в углу тут инстаграм мой указан, в нижнем где-то, там или там. Вы это, подписывайтесь на инстаграм, потому что в инстаграме я показываю моменты изготовления будущего изделия. Вот эту красотку, которую я делал, Робинзон. Я там публиковал несколько постов, пока ее делал. Я сначала сделал карман, потом я сделал переднюю стенку, заднюю стенку. Показывал, как я делал. Потом уже целиком сумку сфотографировал. То есть вы можете в реальном времени смотреть, то есть чем я занимаюсь, и ориентироваться, когда выйдет новый мастер-класс. Да, кстати, у меня же есть
еще и другие мастер-классы по сумкам. Вы не забывайте, те, кто недавно на канале, у меня есть мастер-классы по сумкам попроще. Ну, например, сумка Винстон, сумка Хантер. Они простые, как бы, их можно проще сделать. Они там... То есть для новичков это самое то. Есть также мастер-классы по кошелькам. И все мастер-классы абсолютно бесплатные, ничего покупать не надо. Единственное, что точные выкройки вы можете купить у меня для этих мастер-классов. Они стоят не таких уж бешеных денег, и эти средства будут направлены на развитие канала Кошмастер, для того, чтобы я смог записывать для вас новые бесплатные мастер-классы. Потому что, сами понимаете, материалы дорогие, кожа дорогая, фурнитура. А канал мне особо больших денег не приносит, если вы думаете, что я там какие-то бешеные деньги зашибаю на рекламе. Ничего подобного. Поэтому, если вы хотите и в будущем смотреть новые мастер-классы на канале и скачивать выкройки, то вы можете поддержать меня, купив, например, лекало предыдущих моих мастер-классов. Ну а пока, наверное, все. У меня там уже батарейка заканчивается. До нового интересного видео. С вами был канал Кошмастер.